С Днем Победы ветеранов поздравляют не только близкие и родные. Накануне праздника с подарками и со словами благодарности за победу к защитникам приходят в гости руководители муниципалитетов и депутаты. Геннадий Иванович Иванов ушел на войну в 42-м году. Воевал, встретил победный май 45-го. В мирное время трудился на благо родной республики. А мы вам принесли поздравления. Вас поздравляет глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев. Вас поздравляет глава города Чебоксары Черкесов Леонид Ильич. И вот мы с Венерой Аверьяной вместе пришли вас поздравить с победой, с Днем Победы. Хотим пожелать вам здоровья, хотим, чтобы вы долго-долго еще оставались жить, чтобы близкие, родные, знакомые всегда с вами общались, чтобы все у вас было хорошо, вам самому все это нравилось. Поэтому хотим вот еще раз вам пожелать крепкого здоровья, живите долго-долго. Большое-большое спасибо вам. Особенно приятно ветеранам, когда молодое поколение помнит историю героев и уважает ветеранов. И такие, в общем-то, поездки у нас будут еще и еще, потому что мы должны успеть до 9 мая прийти ко многим ветеранам домой, чтобы пожелать им здоровья, поблагодарить за все, что они сделали. И молодежь должна помнить о великом подвиге наших дедов, прадедов.